Хоккеисты команды «Сокол» организовали кулинарный мастер-класс воспитанникам Емельяновского детского дома. Под руководством опытного шеф-повара ребята готовили яблочный штрудель с орехами и корицей. Маленькие кулинары учились у спортсменов, с которыми давно дружат. С увлечением они готовили начинку из яблок и раскатывали тесто. Советами им помогали защитник женской команды «Бирюса» Диана Абдулина, нападающий «Сокола» Александр Репьях и вратарь Виталий Евдокимов. Мне интересно, что у нас получится. Нам хочется попробовать это блюдо, чем мы его приготовим. Воспитанники Емельяновского детского дома встречаются с представителями хоккейного клуба не в первый раз. На память об этой встрече им останутся фотографии. А 17 июня дети будут играть в товарищеском футбольном матче с хоккеистами «Сокола» и красноярскими «Олимпийцами». Мы вот с ними на Новый год играли, тоже в валенках на льду. Это им нравится. Мне, конечно, это здорово с детишками лишний раз им пообщаться с нами, вывести их сюда. Им, конечно, интересно, еще они там друг дружке все вырывают, хотят сами все попробовать. Им, конечно, интересно, это очень хорошая идея.